Здравствуйте, дорогие мои друзья! Приветствую вас на канале «Психолог советует» на платформе Яндекс.Дзен, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюб, пока еще в Ютюб. Подписывайтесь на мои каналы, буду вам признательна и благодарна. Это необходимо для развития моего канала и новых видео для вас. Сегодня я хотела бы поговорить на тему «Уступай. Как получить желаемое?». Рассказ о том, как человек, который изучал мир животных, птиц, рыб, увлеченный процессом изучения новых видов, вдруг, сидя у себя на даче в саду, увидел удивительной красоты бабочку. У него уже была коллекция редких видов, и даже по случаю отпусков друзей и знакомых, всегда и всех он просил привезти ему из разных стран, из разных мест, новые виды бабочек или книги по этой тематике. Он знал много разновидностей этих бабочек, но вот эта случайно прилетевшая бабочка на его цветы в саду заставила его взять сачок и несколько часов охотиться за ней. Но вместо того, чтобы ее поймать, он только пугал ее. Все было безрезультатно. И вот он уже совсем без сил расслабился и уступил желание Вселенной. Бабочка подлетела, села ему на щеку, щекотав его своими крылышками удивительной красоты. Когда мы хотим чего-то очень сильно, то наше желание в конечном итоге часто отталкивает желаемое. Наступает час Х, когда нужно отпустить ситуацию, смириться, отдаться Вселенной, случаю, судьбе. Это вовсе не будет означать, что мы сдались, смирились с поражением, оказались слабыми или перестали стараться. Это означает, что мы освобождаемся энергетически, отпускаем свою железную хватку и создаем некое пространство для того, чтобы оно пришло к нам. Делаем два шага назад, чтобы получить прорыв. Нужно позволить, а не заставить, отпустить, уступить, позволить Вселенной или случаю сделать свою работу. Это можно сравнить, например, с тем, как вы нанимаете уборщицу, чтобы пока вы занимались сосредоточенно на другой работе, вы же и сами могли бы убраться, но вы нанимаете человека, объясняя, что нужно сделать. Показываете, где стоят принадлежности для уборки, предупреждаете, чтобы в порыве уборки человек ничего не разбил, не испортил, не поцарапал. И все равно доверяете эту работу постороннему человеку. Если вы будете постоянно стоять над душой или кричать, выдергивать тряпку или совок из рук с криками «Я покажу, как нужно делать», он никогда не закончит эту уборку, а ты сам погрязнешь в трудностях. Нужно научиться делать уступку. Часто бывает, что, несмотря на трудолюбие, благие намерения мы пытаемся контролировать. Обстоятельства, используя ограничивающие убеждения и шаблоны. Мы думаем, что нам, как всегда, надо стать боссом ситуации. Это мышление, основанное на страхе. Вместо того, чтобы иметь веру и благодарность и позволить Вселенной постараться для нас, это мышление, основанное на любви. Короче, самоуверенно думаем, что работу можем сделать лучше, чем Вселенная. Представьте, что вас пригласили на праздник. Хозяин в полном восторге от предстоящего события. Он уверен, что будет все классно, искренне радуется, что он пригласил тебя. Вручает тебе приглашение с радостью, что ты будешь, но не оказывает давления. Если ты будешь, это будет здорово, но даже если не сможешь, то не будет разочарован, и все так же будет хорошо. Его торжество будет пользоваться успехом. Он верит в это всем сердцем. Это его истина. А есть другой случай, когда приглашают тебя человек, требует твоего присутствия, напоминает, что он приходил к тебе на торжество и хочет, чтобы ты обязательно пришел. Он ноет,
манипулирует, старается взять тебя под контроль. Одним словом, прет как танк. И он почему-то в своей голове решил, что вся его вечеринка будет зависеть от твоего прихода. Казалось бы, два похожих по сути действия, но в первом случае человек заявляет желаемое, ты придешь, потому что хочешь, а второй думает, что ты придешь, потому что уступил. Твоя жизнь – это твой праздник, и только ты выбираешь, каких гостей пригласить и какие развлечения будут на этом празднике. Если ты оказался на мели, не нужно уработаться до полусмерти, чтобы свести концы с концами и ныть о своем жалком положении. Нужно каждый день быть в прекрасном настроении, стараться изо всех сил, отдыхать, радоваться тому, что есть, и упорно работать с ожиданием и верой в то, что Вселенная посылает тебе новую, прекрасную возможность. Если ты одиночка, нечего охать и ахать из-за того, что не можешь найти хорошего партнера. Или вяло заставлять себя ходить на миллион свиданий. Поддерживай свое желание сильным, а веру несгибаемой. Приводи себя в порядок, укладывай волосы, выходи из дома, флиртуй, радуйся жизни и будь благодарна, что Вселенная помогает найти тебе своего человека. Сомнение – это сопротивление, вера – это уступка. И также тревога – это сопротивление, а радость – уступка, контроль, насмешка – это сопротивление, дозволение – это уступка. Энергия – это река, она должна течь, иначе случится застой. Уступка заводит тебя в поток, уступка готовит тебя к встрече с положительными эмоциями, чувствами, действиями, пока тебе они неизвестны, но известны под определением чудес. Когда ты вступаешь в новую жизнь, не рассчитывай, что будешь знать, как туда попасть. Так как это новая территория, ты можешь делать то, что умеешь. И оставайся открытым для выяснения нового «как». Ты можешь не знать, как выглядит новая реальность. Ты только можешь предполагать. Но новая жизнь может превзойти все твои ожидания. Порой новая реальность может выглядеть в точности так, как ты ее представлял, а иногда может превзойти твои ожидания. Не держись упрямо за буквальные образы того, что хочешь, иначе можешь проглядеть то, что ищешь. Как научиться уступать? Первое. Ясно пойми, что хочешь заявить миру. Второе. Чувствуй, ощущай. Влюбись в мечту. Верь, что она уже здесь. Третье. Реши, что это обязательно будет. Четвертое. Действуй и мысли так, словно с тобой это уже бывало. Пятое. Медитируй. Контактируй с интуицией, с возможностью. Не ограничивай предела. Шестое. Делай решительные, радостные, движимые энтузиазмом шаги. Седьмое. Имей благодарность. Дыши, освобождайся миру. Когда веришь в то, чего желаешь, уже существует. Пребываешь в естественном состоянии уступки. Восьмое. Верь в себя. Люби себя. На этом я хотела бы закончить эту тему. Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюб. Буду признательна. Это помогает в продвижении моего канала. Желаю вам физического и психологического здоровья. С вами я, семейный психолог Светлана Леонидовна. До новых встреч, дорогие мои друзья!